я увидела, торчит снаряд в земле, и я хотела ему показать, поворачиваюсь в полоборота и только успела крикнуть «Зай, глянь!», и он смотрит, а я подлетаю. Я упала лицом в землю, у меня неимоверный гул стоял в голове. Потом я перевернулась, начала на себе рвать одежду, пытаться рвать одежду. Мне казалось, мне так будет легче дышать, мне не хватало воздуха.